И всем привет, с вами Руслан, и мы продолжаем смотреть масштабные модели. Сегодня мне пришла такая замечательная модель электровоза под названием ЧС-4Т от фирмы Модимио «Наши поезда». Итак, давайте будем смотреть журнальчик. Итак, тут такая красивая обложечка. Вот. Написано «Наши поезда ЧС-4Т номер 3». Так. ЧС-4Т, вот читайте. Здесь такая красивая картиночка. Лучшие локомотивы эпохи. Иномарки. Уф, здесь какой красивый. Так, уникальная конструкция. Максимальная скорость 106 км в час. 71 год создания, мощность 6600 лошадиных сил и масса 126 тонн. Нормально. Вот здесь технические характеристики. Вот, смотрите. Предшественники ЧС-4 и последователи электровоз ЧС-8. Так, двигатель называется АЛ-4442НП. Вот это кабина машиниста. Вот здесь такой очень красивый постер. Так, в строй, начало пути. Полюбившаяся машина. Вот. Тихий городок. Вот. И деятельность ГорЖД. И здесь ли это реклама «Наши поезда». Оп. В следующем выпуске у нас будет такой красивый паровозик под названием ОБ или В. Еще в наборе идет вот такая вот красивая открыточка. Вот здесь такие красивые вагоны. Итак, давайте будем рассматривать масштабную модель. О, вот она такая красивая. Вот так здесь сделана передняя часть. Такая здесь красивая раскрасочка. Есть прицепное устройство. Фары тоже все сделано отдельной деталью. Модель сделана из металла, но некоторые детали хрупкие, сделаны из пластика. Стекла. Они сделаны либо из прозрачного пластика, либо из полноценного стекла. Дворники отлиты вместе со стеклами. Проработали кабину машиниста. Сейчас давайте вот так вот посмотрим. Надеюсь, видно. Так, ну спереди все нормально. Еще есть прожектор. Тоже он хорошо проработан. Вот, чтобы вам было видно. Сбоку. Он довольно длинный, больше 15 сантиметров. Вот. Такая тут красивая раскрасочка. Он, кстати, ездит. Вот, все катается. Есть стеклышки, там находятся двигатели. Вот там вот. Так, вот. Есть двери. Для захода в кабину. Это тут какой-то бак. Не знаю зачем, но ладно. Такая же здесь другая сторона. Тоже все хорошо проработано. Сверху здесь тоже все очень хорошо проработано. Есть гудочек. Вот он. Вот эти вот штучки поднимаются и касаются проводов, и с помощью этого он ездит, наверное. Есть ступеньки вот такие, также, наверное, с другой стороны. Да, также с другой стороны есть ступеньки. Так вот он выглядит снизу. 6 осей. С каждой стороны по 3, так должно быть. Вот, это отбиватель снега, вроде это так называется, я не очень хорошо помню. Прозвище у данного электровоза это утюг,
чех, кирпич и так далее. Вот такой замечательный электровоз. Советую вам купить данную модель. Покупал я ее на Озоне. Это мне подарили родители за день рождения. Он у меня будет 19 июля. Совсем уже скоро. Итак, надеюсь, вам понравился данный ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был я, Руслан. Всем удачи и всем пока-пока!